Выполняются задачи по инженерному обеспечению Буздуха и ряда других стратегически важных высот, взятых под контроль азербайджанской армии в результате проведенных на этой территории уточнений. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Наши подразделения проводят инженерные работы по созданию новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения на уточненных позициях. Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению освобожденной территории и господствующих высот, говорится в сообщении. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.